Друзья, сегодня рано утром в Россию пришла тревожная новость. Вы, наверное, помните российского актера театра и кино Анатолия Пашинина. Последнее время он не проживал в России. Последнее время, друзья, он проживал на территории Украины. Сегодня нам сообщили о том, что Анатолий Пашинин уже несколько дней как находится в Киеве в тяжелом состоянии в одной из больниц города. Что произошло с ним? Пока неизвестно. Мы сейчас пытаемся связаться с его родственниками, которые находятся на территории России, для того, чтобы узнать подробности этой трагедии. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, следите за нашими новостями. Только у нас вы можете узнать о том, что происходит в российском шоу-бизнесе. Действительно ли это все правда, либо это фейк новостей, пока неизвестно. Мы будем держать вас в курсе событий. Уже завтра рано утром на нашем канале, в нашем новом выпуске, сообщим вам более подробнее об этой трагедии.